Всем привет, дорогие друзья, с вами Лаймстоун, и я продолжаю искать для вас интересные команды в Майнкрафте. И сегодня я хотел бы вам показать одну просто офигительную, но достаточно простую команду, которая позволит вам несколько защитить свои границы, да, так сказать, или, например, наказывать тех, кто вам не нравится, да, если они зашли на определенную территорию. Предположим, что у нас есть такая ситуация. Здесь, допустим, где-то стена вашего замка, и тут основной вход. Предположим, что враги сломали проход и ломятся сюда. И вы думаете, господи, какой ужас, как же мы защитимся от них? Все достаточно просто. У вас есть эта схема и вот такая команда, о которой я расскажу чуть позже. Вы нажимаете на кнопочку, вот это вот компаратора, и с неба падают они. Стрелы, несущие страшную огненную смерть. Да, выглядит это просто шикарно, как... Я даже не знаю, как... Просто как божья кара, что-то в этом роде, да. Это выглядит достаточно круто, эпично и просто шикарно, да. Ну и как же это работает? Все достаточно просто. У нас есть компаратор, который мы превратили в клок-генератор, то есть вечный двигатель. И дальше у нас есть повторители, которые подсоединяются к секции командных блоков. В каждом командном блоке прописана одна и та же команда. Выглядит она следующим образом. Summon, Arrow, дальше прописаны переменные координаты, Pick up 1, дальше прописан дамаг, который наносится этой стрелой, motion и fire, то есть огонь, которым обладает эта стрела, да. Можно сказать так, огонь, которым обладает эта стрела. Ну и в общем-то да, это вся суть команды, да, с помощью нее можно очень весело поразвлекаться и поубивать тех, кто вам не нравится. Вот просто вот берем, снова возвращаемся до слизней, и все, их просто детско убивают. Еще слизни, и еще слизни убивает с первого удара. Даже дракона с первого удара, наверное, убьет такая стрела. Хотя нет, вряд ли, потому что на дракона надо намного больше дамейджа. Я на самом деле не знаю, какой максимальный, уж это я не проверял. Ну и, в общем-то, это все, что я хотел вам сегодня показать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии. А также не забудьте подписаться на канал. С вами был Лаймстоун и огромная куча слизней, которая пошла завоевывать мой мир. Всем удачи и пока-пока-пока.